Ильнур, ну, во-первых, с победой поздравляем. Во-вторых, хочу попросить тебя прокомментировать первый тайм. Вот ты его смотрел, не находясь на поле. На твой взгляд, чего не хватило команде, чтобы до перерыва уже открыть счет повести? Ну, команда «Орел», она хорошо оборонялась, я скажу. Они играли в 5 защитников, и нам на установке тренер это объявил сразу, что будет тяжело вскрывать оборону. Да я думаю, просто как силёнки были у них, нам тяжело было вскрыть. И во втором тайме они, как бы, я думаю, уже команда подустала всегда играть вторым номером. И там мы вышли, вроде освежили чуть игру. Там, ну, все равно тяжело на искусственном поле как-то было играть. Мы всегда на натуральном играем в газоне. Это, я думаю, просто у команды силы закончились. И мы почувствовали, забили гол и раскрепостились. В перерыве какие-то особые слова главный тренер сказал игрокам? Я даже не знаю, честно, я не был в раздевалке, мы разминались, готовились, нас просто Игорь Федорович попросил разминаться, готовиться к игре, я даже не знаю, что он сказал в раздевалке, но я думаю, просто нужно было играть дальше, продолжать свою игру, я думаю, он сказал, и должны были забивать, моменты были, просто мяч почему-то не залетал, там вратарь какие-то чудеса творил. Сегодня ты забил, вспомни, что предшествовало этому мячу. Атака шла, получается, с левого фланга. Меня поставили под нападающего, как раз мы поменяли. Саша Василенко вышел. И, по-моему, передача пошла в середину, и вот как раз Саша мне поставил. И я, не думая, правой ногой пробил. Надо доверять иногда не своей рабочей ноге. Ты специально тренируешь такие эпизоды, когда забиваются мячи, которые потом номинируются на лучшие мячи в зоне центра по итогу месяца и года? Ну, так получается. Не, на самом деле, как бы, я остаюсь после тренировки, как бы, отрабатываю. Ну, не так часто правой ногой, конечно, больше левой. Но так вот получается, то, что забивая красивые голы, надо еще больше забивать и приносить пользу команде.